Церемония прощания с воинским знаменем – последний момент срочной службы для солдат войсковой части 55-26. Как признаются сами дембеля, этот день одновременно и радостный, и грустный. И счастью с людьми, которые работали и служили рядом, многое связывает. И уходить, несмотря на тоску по дому и близким, непросто. Командиры отмечают, что за то время, которое прошло с момента принятия присяги, эти ребята стали настоящими солдатами. Возмужали и окрепли, и многих из них даже не хочется отпускать. Сегодня они с честью и с достоинством, прибыв домой, своим родителям могут сказать: «Мама, папа, я выполнил свой конституционный долг, я готов защищать свою родину», тем более, что они приобрели все знания, навыки, умения, которые необходимы им в дальнейшей в гражданской жизни. Также они, проходя службу во внутренних войсках, подписали себе пропускной билет во все силовые структуры, имеющиеся в Республике Беларусь. Основные задачи, возложенные государством на состав части 55-26, это охрана правопорядка. Срочники выполняют практически те же функции, что и милиционеры. И порой им доводится участвовать в настоящих, а не учебных операциях. Демобилизованные сегодня военнослужащие признаются, что служить в милиции непросто, но вместе с тем интересно и почетно. А потому гордятся тем, что они исполняли свой воинский долг именно в этой части. Можно смело сказать, что все мы повзрослели, кто за этот год, кто за полтора, приобрели те или иные навыки в той или иной степени, даже, сказал бы, не только военной, скажем так, дисциплина, скажем так, ну и все с этим связанное. Ну, в общем, все изменились. Но скажу, что в лучшую сторону. Никого армия не испортила. Многие из военнослужащих, которые сегодня ушли в запас, со службой прощаться не собираются. Армия внесла коррективы и в характер, и в жизненные планы молодых людей. И они уверены, что нашли дело своей жизни. В дальнейшем я вообще устроиться желаю в эту часть по контракту служить. Вот, я думаю, половина пути пройдена, медкомиссию прошли, все. Командование части, думаю, не против того, чтобы я устроился, все ко мне относятся хорошо, считаю, что какой-то авторитет я заработал в этой части и горжусь тем, что отслужил в этой части, батальоне, это нашему специальному, и очень рад. А за воротами КПП парней с нетерпением ждут родители, друзья и любимые девушки. И новая жизнь, полная планов и событий, к которой сегодня они, быть может, более подготовлены. Армия, по признанию самих молодых людей, научила их самодисциплине, выдержке и укрепила силу воли. То есть дала те качества, которые непременно пригодятся, вне зависимости от того, какую профессию, гражданскую или военную, выберут себе бывшие солдаты-срочники войсковой части 55-26.